сейчас продаж автомобилей именно китайских. Вот. Это и за счет увеличения продаж уже существующих брендов России, но в том числе и за счет появления новых брендов, потому что сейчас много компаний заходят на российский рынок. Кто-то более смело, кто-то аккуратнее, вот. Но тем не менее. То есть, у нас, видите, такие... Мы всю жизнь жили, ориентируясь на европейские, японские, американские марки, и во внимание даже не брали особо рынок Китая, автомобильный рынок Китая, вот, который, скажем так, не то что в тайне, в тени нашего взора развивался просто невероятными темпами. Вот, и сейчас автомобильные производители Китая готовы предложить такое разнообразие моделей, вот, причем технически, ну, зачастую более совершенных, чем французские бренды, где-то более совершенных, чем японские бренды. Ну, и мне уже много лет, я думаю, что я доеду на Шкоде в этом плане. Но если вдруг что-то придется, наверное, буду, конечно, альтернативы нет. Могу сказать, что сейчас чаще начинаю пользоваться китайскими автомобилями, так как европейские даже ушли с Яндекс.Драйва, то есть всевозможные каршеринги сейчас заполняются китайскими автомобилями, ну, соответственно, чаще сталкиваюсь. Вопросы, конечно, имеются к данному автомобилю по именно качеству езды, качеству сборки, соответственно, эксплуатации на автомобиле на каждый день. Пока у меня под вопросом. Я буквально, можно сказать, в 22-м году купил Шкоду, успел купить Шкоду. Честно, разница колоссальная. У меня у самого Volvo XC70 2012 года. Сейчас присматриваюсь к китайскому сегменту, как бы рассматриваю, ну, знакомлюсь вообще с китайцами. То есть раньше особо знаком с данным, ну, с этими автомобилями не был. Сейчас вот как-то, ну, появились проблемы с запчастями, все становится дорого, и как-то начинают как-то присматриваться к этим автомобилям. Хочет кому-то что-то такое гадкое сказать, то он обязательно скажет, что у тебя там айфон китайский, машина китайская. И на сегодняшний день пока еще не проголодались люди настолько, чтобы китайский продукт был востребован. Нужно, чтобы мы, как на Кубе, пожили какое-то количество лет пешком походили, и после этого, может быть, уже начали вляпываться в китайцев.